Давайте начнем с классических пророков. Вчера этого слайда не было, поэтому я бы хотел провести обзор книги Исаии. Давайте немного углубимся в детали. The classical prophets. Who these people? Кем были классические пророки? Они были избраны Богом и появлялись во времена кризиса. Is... Я хочу подчеркнуть, что кризис был не только в колене Иуды. Or in Israel. Или в Израиле. Это кризис мирового масштаба. Был кризис в Иране кризис в Ираке, кризис в Индии, в Китае. Если вы посмотрите на историю религий, то поймете, что большинство основных религий появились в этот период времени. Например, в Китае появилось конфуцианство, During the time of the prophets. Именно в период библейских пророков Daoism came into being. появился даосизм. В период библейских пророков In India, в Индии Buddhism came into being. появился буддизм. В период библейских пророков появился джайнизм. В период библейских пророков разновидность монизма

Конечно, у меня нет времени рассматривать But все эти религии, но я хотел бы, чтобы вы хотя бы ухватили суть, что во всей вселенной был кризис. Поэтому, когда пророки разбивали статую Иуды и Израиля, то они не просто разбирались с местной ситуацией. Они рассматривали глобальное положение дел. Times of come into being times in Эти периоды кризиса наступают в определенные исторические времена. The that what is in the East Я думаю, что события на Ближнем Востоке это просто символ мирового кризиса в настоящее время. И обратно же, я не буду углубляться в детали. Но если сегодня вы решите изучить индуизм today, или же буддизм today, или ислам, мирские философии, все эти люди проходят через кризис. So Поэтому послание пророка относится и к нашему времени. And это обзор. I, I, I'm, I'm Я поведу вас в это путешествие. И затем оставлю вас там. Останьтесь там. Вы должны применить послание пророков к нашему времени О чем говорил равин Марсела и другие люди okay, so let's dive into поэтому давайте окунемся в книгу пророка ешаягу иссаая Ешаягу означает только один бог, Адонай спасение. В его имени уже содержится нечто. Многие ученые говорят, что, вероятно, он жил в Иерусалиме. Также у него была жена. Многие пророки были женатыми. Только в буддизме и индуизме монахи не женятся. Позже это появилось в христианстве. Но в Библии пророки Бога были женатыми. Конечно, были и такие, которые не женились, но в основном они женились рождали детей. Например, у Ишаягу было двое сыновей, у которых были весьма длинные имена. Я рассказал вам, что пророки были странными людьми, поэтому они давали странные имена своим детям. Имя первого сына, Махер Шалал Хашбаз Хотели бы вы так назвать своего сына? Махер Шалал Хашбаз Поэтому, когда жена Исаи хотела позвать его на ужин, и пока договаривала его имя, то ужин уже остывал. Как вы думаете? Doesn't even sound good. Имя звучит странно. And the second son's name was -Yashuv. Имя второго сына Шеар Ясув. Тоже не очень хорошо звучит. Но существует причина, почему он назвал сыновей именно таким образом. Помните, когда я говорил о трех разделах книги Исаи? Есть причина, по которой он дал эти имена своим сыновьям. Имя первого сына, Магер Шалал Хашбаз, означает грабежи бунт разрушения. Вот значение имени Магер Шалал Хашбаз. Разрушенное, награбленное добро унесут. 39 that, right? Первые тридцать девять глав Исаии говорят об этом. Затем приходит этот Мессия. Третья часть книги Исаии говорит о воскресении. So, the second name of his son is... Поэтому имя второго сына, Шеар-Ясув, Ше это послание надежды. It, it, it literally means... В буквальном смысле значит a remnant will return. «остаток возвратится». Будет разрушение, they will experience проклятие, they will die. они умрут, But a remnant will. но остаток возвратится. That's the message of hope. Это послание надежды. Пророческие книги красивые, их послание находится Even везде. Это видно даже в именах их сыновей. В соответствии с традицией, цари недолюбливали Исаию. Например, в послании к евреям говорится об Исаии. Один из израильских царей распилил Исаию наполовину. Это ужасно, не так ли? Семя берет пророка и распиливает его наполовину. Вот какой смертью он умер. К сожалению, такое происходит с пророками. Исайя – важнейшая личность в Новом Завете. It is quoted at least times in the На него ссылаются, по крайней мере, 46 раз. О нем упоминается 46 раз. Может, есть намного больше аналогий. По крайней мере, 30 раз в посланиях апостола Павла и только 30 раз в книге Откровения. Это самая важная книга в свитках Мертвого моря. Поэтому это очень важная книга. Если вы поедете в Израиль, то увидите манускрипт книги Исаи в музее. Это только один из многих свитков Исаи, которые вообще были найдены. Из этого свитка Иоанн Креститель получил свое видение. Когда он говорит, что из пустыни слышен голос. Приготовьте путь Мессии, приготовьте okay, путь Мессии. Хорошо, давайте теперь возвратимся к структуре книги Исаии. Я хотел бы свести это okay. все вместе. Like это очень похоже на кульминационный момент. А, Б и С. Если вы посмотрите на А, где говорится о прорицателях смерти народов и Израиля, но в самой середине этих пророчеств о смерти народов и Израиля видны лучи света. Помните, я говорил об этих маркерах? Очевидно, что я бы хотел уделить внимание грамматике. Но это займет слишком много времени. И во-вторых, я понимаю, что вы не знаете иврит. Просто не пропускайте этих замечательных отрывков. Например, один из этих отрывков о разрушении во второй главе книги Исаии. Пожалуйста, откройте со мной вторую главу книги Исаии, где говорится «Хадавар, Хадавар, Ашер». Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову. Пророк назван Хозе. He sees, he sees. Он видит. He sees with clarity. Он видит очень отчетливо. Он отчетливо видит жизнь людей. He, he sees with clarity into the distant future. Он отчетливо видит далекое будущее. And this is a divinely given vision. Это видение, данное Богом. И вот что видит Исаия. Хозе, Хозе. Хозе. Now, now И будет в последние дни. It, it будет в последние дни. Слово, означающее последние дни, в иврите очень важное слово. It is, it is the word Ахарит Хаямим. В грядущие дни. Всякий раз, когда вы читаете эти слова, то вы должны настроить ваши антенны. Помните, я говорил о поэмах в Торе? All of those poems are introduced by these words, Каждая из этих поэм начинается со слов Ахарид Хаямим. Почему они начинаются со слов Ахарид Хаямим? Потому что в соответствии с философией пророка Ахарит Хаямим параллельно началу. Например, Бытие 1.1 начинается со слов «в начале». Yeah in the beginning and and so there are these times, the highlighted times where the prophets will talk about aharit Aharit Hayamim. Когда Бог обращался к Аврааму, то использовал слово «Ахарит Хаямим». Бытие, 49 глава, когда Иаков пророчествует о Мессии, и использует слово «Ахарит Хаямим». Второзаконие, De 32 глава, когда Моисей пророчествует о Мессии, о Мессии, he also uses the word то он также использует слово ⁇ Ахарит Хаямим ⁇ Поэтому пророки продолжают это делать. And, and вот что он говорит. И будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над горой Эверест. И потекут к ней все народы, Гаим. И придут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню, Хаг Сион, в дом Бога Иаковлева, потому что научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его. Только представьте себе, Исаия говорит о всех народах, о всех гоим, не только евреях, евреи и язычники, ибо от Сиона выйдет Тора, и Слово Господне из Иерусалима. Он будет судить народы и обличит многие племена и перекуют мечи свои на орала. Больше никаких ракет Катюша и копья свои на серпы. Не подымет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Видите этот луч света? Суд, суд, суд. И этот луч света. И это удивительное призвание, которое получает в шестой главе. Исайя 6 глава 1 стих. Когда Исайя принял свое призвание. Сказано в год смерти царя Озии. Озия был хорошим царем. Он один из тех, кто поступал Яраш угодно Извините, Яшар поступал угодно, но к концу он возгордился. И потом он умирает. Видите, что он должен был умереть, прежде чем у Исаия могло быть видение, видение Господне. Вероятно, на Шаббат я поговорю об этом видении. Это удивительное видение. Очень удивительное. И затем еще один очень яркий момент, еще один луч света который мы можем найти в 7 главе. Поэтому откройте вместе со мной 7 главу. Это еще одно видение Исаии. 7 глава Исаии. Давайте начнем читать с 3 стиха. «И сказал Господь Исаии, «Выйди навстречу Ахазу». «С кем ты идешь?» Ты идешь вместе со своим сыном. Не с Мегершалал Хашбазом, but the other guy. но со вторым сыном. What's his name? Как его зовут? Его зовут Шаар Ясу. Почему, Почему у него такое имя? Потому что это послание надежды. Во время проклятия есть послание надежды. Что он собирается ему сказать? Давайте начнем с 13 стиха. Said, Тогда сказал Исаия, hear, David, «Слушай же дом Давидов, Разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Don't be stupid. Не будьте так глупы. Don't be silly. Не будьте такими бестолковыми. Well, silly, Если вы хотите выглядеть глупо, то ничего Because страшного, потому что Бог сделает это. 14. Стих 14. The Итак, сам Господь даст вам знамение. Помните первую главу книги Бытие? Как звучит слово «знамение»? Hebrew. На иврите. Oat. Слово «оут». Знамение Рахав, Алая веревка. Моисей. Творит знамения. Oat. Oat. Moffatine. И Мофатим. Чудеса. Бог даст знамения. Что это за знамение? Все дева в очереве примет. Помните Бытие 3 главу? Семя жены. Семя жены. Well, is Я хотел бы рассмотреть еще один вопрос. This virgin will conceive and bear a son. Дева в чреве примет и родит сына. The word that's used there for the word virgin, слово «дева» in Hebrew the word на иврите «алма». Поэтому многие еврейские ученые говорят, что слово алма означает любую молодую девушку 16-18 лет. Если это тинейджер, то обычно используют слово алма. Они говорят, что это слово не означает дева. Но вот в чем суть. В Библии это слово всегда используется для описания девственницы. Это очень важный метод интерпретации. Like right? Многие люди любят использовать комментарии. They'll, they'll Bible, Они берут Библию. Ветхий Завет на иврите, арамейском, Новый Завет на греческом. И говорят, у этого слова это значение, это слово на греческом значит это и то. Может, в других текстах это слово используется по-другому. Но я хочу узнать, как в Библии используется это слово. Когда я преподаю своим студентам в Чикагском университете, то говорю им, если вы желаете изучать Шекспира, то вам следует узнать, как Шекспир использовал эти слова. Потому что слова меняют значение через время. Или слова изменяют значение в зависимости от того, как различные философы использовали их. И я хочу знать, как в Библии используется слово Алма. Второй метод интерпретации заключается в следующем. You want to find out how did people... Вы хотите узнать, как люди того времени понимали это слово. Вы хотите знать, как они переводили слово на другие языки, верно? У нас есть доступ к греческому переводу. Когда был сделан греческий перевод? 250 лет до Иешуа. Греческий перевод «септуагинта» использует слово «патенос». Которое имеет только одно значение – «дева».

то будет отличие от протестантского португальского перевода и еврейского перевода. В еврейском переводе просто сказано «молодая женщина». Но хороший перевод, который учитывает толкование древних текстов, использует слово «дева», вы должны это помнить. Многие люди говорят, вот что говорится в еврейской Библии. Но вы должны понять, что перевод на португальском только интерпретация текста на иврите. Это понятно? Я думаю, что очень важно уделить okay. этому well, внимание. Of Каким будет этот Сын? Здесь используется одно очень you интересное слово. Какое нарекут имя Ему? Эммануил. Что значит «Бог живет среди нас». В Торе сказано, Бог придет и поселится среди нас. Он не будет обычным мессией. Going, Он не будет человеческим существом, но самим Богом, самим божеством. И еще один луч в 9 главе книги Исаии. Isaiah chapter 9 and beginning... we'll begin reading verse Исаия 9 глава, 2 стих. Or, or perhaps let's jump to verse right away. Или же давайте сразу перепрыгнем на 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». And Шестой и седьмой стихи. «Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы его утвердить и укрепить его судом, и правду отныне и до века. Ревность Господа Саваофа so соделает это». Со so второго стиха, где сказано «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий». Or. Слово «ор» на иврите означает свет Бога. Он воссияет среди нас. Об этом же говорит Иоанн Креститель. Я пришел, чтобы свидетельствовать о свете. Этот свет будет ребенком. Этот свет будет назван Бен или Сын. Каким человеком он будет?

Шем говорит о природе человека. Когда Бог открыл себя Моисею, то Моисей спросил его, каково твое Шем? И он сказал, мой Шем Ие, Ашер, ие. Я был, кто я был. Я есть, кто я I есть. Я буду тем, кем я буду. Это моя природа. Это моя природа. Поэтому вот Шем этой личности. Чудный советник. Бог крепкий. Не просто человек. Его Шем — Отец Вечности. Его Шем — Сар Шалом. Потому что только благодаря Ему во всей Вселенной может быть Шалом. И так далее, и так далее. Эти лучи надежды проявляются в этих пророчествах. Глава 11, где находится еще одно удивительное пророчество. Произойдет отрасль от корня Иисеева. Uh, um, um, И вет произрастет нетцер, на иврите. Этот человек произойдет от нацер, что означает ветвь, от него также происходит слово «нацерет». Видите взаимосвязь? Вет произрастет от корня его. Почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и он продолжит дальше. Затем в 21 главе, и мы не будем углубляться, там сказано, что прежде этих событий Вавилон падет, Описание слова «Вавилон» очень важно. Слово «Вавилон» описывает о змее, которого поразит Мессия в голову before the Messiah will be victorious. прежде окончательной победы Мессии.

Это четыре песни страдающего слуги. The second part of Isaiah. Каково послание второй части книги Исаии? Right? Я читал этот отрывок вчера, I mean, верно? Позвольте мне дать немного другую интерпретацию там. See, Bible... Знаете ли вы, что существует отличие библейского бога от богов других религий? Я не буду рассматривать комплексно здесь. Позвольте мне упомянуть только одну из религий. Например, Ислам, как Ислам представляет Бога? There is Allah. Бог Аллах, okay. Allah is transcendent. трансцендальный Бог, He is there. он находится где-то там. Аллах не открывает себя. Аллах открывает свои слова в Коране в соответствии с исламом. Not so in the Bible. В Библии не так. In the Bible, God is one who suffers. В Библии страдающий Бог. You see the distinction here? Видите отличие? Он не оставляет вас страдать одних. Он спускается, чтобы страдать That с вами. Is amazingly different. Большое отличие. That's an entirely different description of God. Это абсолютно другое описание Бога. И вот почему мы обращаемся к Нему. Почему люди с трудом обращаются к другим богам? Because they don't have this kind of a God. Потому что их бог другой. Поэтому Исаия в 1 и 39 глава говорит, конечно, если все испортите, то умрете. Но знайте, что я спущусь и также умру. Это удивительная концепция Бога, не так ли? Такую же концепцию можно найти в Торе, когда, когда Бог открыл себя Моисею у горящего куста то он сказал Моисею, «Моисей, я увидел страдания моего народа. Я услышал их вопль. Я знаю их страдания, их гонения». И я спустился, чтобы избавить их. Это наш Бог. Это его описание в главах 40 и 55 then you, then you книги Исаии. И затем вы читаете удивительное описание будущего небес In, uh, и земли Isaiah chapter 56 в 56 по 66 главах. Before that happens, of course, the prophet says, а прежде чем это случится, Пророк говорит им смирить себя. Например, 58 глава Исаии важнейший отрывок для чтения на праздник Йом Кипур. 58 глава книги Исаия — это самая важная молитва на праздник Йом Кипур. Поститесь, молитесь. Потому что откроется слава Господня. Кавод Адонай сойдет вниз. Это слово означает славу. И это можно найти в 60 главе книги Исаии. Давайте увидим небольшой отблеск этого. Исаия 60 глава где сказано «Восстань, светись, куми ори, кива адонай хи «Восстань, светись, ибо пришел свет твой». Вы поете эту песню? Это красивая песня. «Восстань, светись, ибо пришел свет твой, кого-то адонай взошла над тобою». Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак народы. А над тобой воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут Гаим к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Люди со всего мира придут и увидят Его славу. В последние дни придет Дух Господень. Глава 61, стих 1. Это отрывок Хафтары Иешуа. Я хотел бы снова немного отвлечься. December, right? Знаете, что многие отмечают день рождения Ишуа 25 декабря? Каждый знает, что Ишуа не родился 25 декабря. Когда же он родился? Fathers, Первые отцы церкви говорили, что Ишуа родился на Песах. И умер в это время. Почему важно это знать? Потому что всякий раз, посещая синагогу, теперь позвольте мне сделать небольшое отступление. Когда Иешуа проходил бар-митсву, то 61 глава Исаия была его отрывком в Хафтаре. Если вы прочтете цикл чтения Торы в те времена, о котором я говорил, то этот отрывок выпадал на время Пейсаха, Исайя 61 глава. Когда Иешуа входит в публичное служение, вот этот отрывок он читал. Вероятно, это был самый лучший опыт для людей, потому что он встал и читал Дух Господа Бога на мне. Господь Бог сделал меня Машиях, Благословлять нищих. Послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Проповедовать пленным. Освобождение. Провозглашать Маадей Адонай. И день мщения Бога нашего. Тешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дается украшение, вместо плача еле и радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдой. Видите, Исаия постоянно говорит, у вас нет цедака, у вас нет цедака, станьте цедака. Yeshua говорит, что они были названы насаждением праведности, насаждением Господа, во славу Его. Ишуа говорил тогда, и Он говорит сегодня, исполнилось ли это пророчество сейчас среди вас? And everyone said, И каждый сказал, О! -о! Must have been amazing time, right? Должно быть это удивительное время. Не хотели ли бы вы жить в это время? Это возможно через чтение Писания. So oh, это финал. Я не хочу рассматривать другой финал. Chapter 65 and verse and onwards. It's amazing. Исайя 65 глава 17 стих и далее. Поэтому это воплотилось во времена Ишуа. But there is still in the world. Но в мире все еще существует грех, страдания, окружающая среда все еще испорчена. Она находится в плохом состоянии. Поэтому многие люди говорят, как Иешуа может быть Мессией? We have wars. Войны. There is no peace. Мира нет. People fail to realize, люди не понимают, that that Messiah had to die and rise что Мессия dead, должен был умереть и воскреснуть, so that there will be a final resurrection чтобы в будущем настало окончательное воскресенье. Вот о чем говорит 65 глава книги Исаии. Теперь мы смотрим в это далекое будущее. Помните, уже, но не совсем. 65 глава, 17 стих. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться во веки о том, что я творю, Бара, как в первой главе Бытие. Ибо вот я творю Иерусалим весельем,

24 стих «И будет, прежде нежели они воззовут, Я отвечу, они еще будут говорить, а Я уже услышу. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как волк, будет есть солому» и для змея прах будет пищей. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь. Затем 66 глава, которая является кульминационной, пункты А, Б и В. Умирает, умирает, умирает. Смерть. Иешуа умер. Иешуа воскрес. Это картина окончательного воскресения. Каковы другие теологические темы? Я очень быстро просмотрю их. С 1 по 39 главы Исаия использует очень специфическое имя Бога. Кадош Израиль. Только Исаия использует это слово. И только шесть раз за пределами so, Книги Исаии. So Поэтому в основном Исаия. Исаия говорит: Посмотрите на этого Бога. И когда вы посмотрите на него, то погрузитесь в Его святость, так же как в шестой главе Бог погрузил Исаию в свою святость. Этот Бог, хороший Бог, Исаия 40 по 55 главы. Также Он, Бог надежды, Исаия 56, 66. Святость, благость и Бог надежды. Заметьте, когда вы просто читаете первые 12 глав книги Исаии, то существует альтернатива между смертью и воскресением. Поэтому в первой главе Исаии говорится о смерти, суд, суд, суд. Во второй главе говорится о воскресении. Okay. So a little bit of it's like uh, that's what parents do many times, right? Часто родители поступают так. You you speak stern words to your children? Вы сурово говорите со своими детьми? Um hard words? Жёсткие слова. It's called tough love. Это называется жёсткая любовь. Жёсткая любовь. время от времени я хотел бы показывать небольшие иллюстрации проблема американских детей в их испорченности вы идете в магазин с маленькими детьми они плачут, упираются and ногами, а мама говорит, о, ребеночек, ребеночек. Не надо говорить, о, ребеночек, it's ребеночек. It's его надо отлупить по штанам. So? Это жестокая любовь. Thing, это жестокая любовь. Как вы считаете? Я думаю, что это нужно. Но нужно не только это. Ребенок также нуждается в любви. И то, so и другое важно. Вот что происходит в книге Исаии. Глава 1 ⁇ суд. Глава 2 ⁇ воскресение. Глава 3 и 4 ⁇ суд. Four, Затем в 4 главе придет this? ветвь Господа. Видите, и то, и другое chapter идет параллельно. This vineyard is dying. В пятой главе слово о смерти Израилю, потому что Бог говорит, этот виноградник умирает. You know that... Помните, как Ишуа проклинает лозу, которая не приносит плода? And, and он проклинает ее. Do you that? Вы помните это? Say, Люди говорят, не знаю, почему ты так поступил, это так странно. We'll read the Почитайте книгу пророка Исаии. И вы поймете, почему Ишуа поступил так. Я всегда говорю студентам, если вы хотите читать Новый Завет, то вы никогда его Because не поймете the life of Yeshua, без еврейской Библии. The life of Yeshua is revolving around all these Потому что жизнь Иешуа оборачивается вокруг этих пророчеств. В so Поэтому в пятой главе Бог говорит, «Почему вы приносите только гнилые плоды?» this, this «Этот виноградник умрет!» this «Этот Эдемский сад умрет!» Шестая глава. Воскресение. Исаия воскресает и начинает проповедовать о святом chapter семени, которое выжило. В седьмой главе. Послание о воскресении. Chapter в девятой главе Слово послание о воскресении мы уже читали это. 11 глава послание о воскресении. Вот каким образом написаны пророческие книги. А как насчет человеческих созданий? Или, вероятнее всего, здесь говорится о природе имени. Очень быстро пройдем по этому. Здесь говорится о Боге. Бог? о Боге. Кто такой Бог? Бог трансцендентный. Слово означает абсолютно другой. Но он также имманентный. Вы знаете это слово? Библейский Бог полностью отделен от творения. Он также Бог, который хочет прийти и нежно нас обнять. Это теология библейского Бога. Он абсолютно чист. Он святой. Исаия постоянно повторяет: не восставайте против этого Бога. Не восставайте против этого Бога вашим аморальным и неэтическим поведением. Заботьтесь о вдовах. Заботьтесь о сиротах. Не будьте жадными, если вы чиновники. Не притесняйте бедных и беззащитных. Don't you dare do that, because God is transcendent. Не смейте поступать так, потому что Бог трансцендентен. Бог свят. Этот Бог хочет также нас обнять. Очень важно это помнить, times потому что часто in, in churches, в церквях uh, среди хороших христиан preached, says, oh, so so проповедуется теология, «О, придите к Иисусу, Он так добр, Он такой любящий». And, and so come, say, so so Поэтому люди приходят и говорят, «Да, Он такой любящий, He такой добрый. Он умер за мои грехи». Как прекрасно! Суть в том, что не проповедуется полное Евангелие, что Бог свят. Он трансцендент. Не шути с Ним. Это правда, что Он добр. Это правда, что Он Бог благодати. Но Он также святой Бог. Если не проповедовать этих два факта, тогда не будет утвержденных верующих. Do you know why we have so many знаете, почему так много расхлябанных верующих? Потому что им проповедовали половину Евангелия. Полная Евангелия, которая проповедует Исаия, Бог свят, трансцендентен, но также он хочет принять нас в глубоких объятиях. Позвольте мне дать еще одну иллюстрацию. Я сказал, что мы быстренько пройдемся. Но это против моей природы. Потому что я должен внушить это вам. In church history, there was a person by the name of Marcion. That's just one illustration. There was... Это просто пример. Конечно же, было несколько людей. Он сказал, «Бог Нового Завета так добр, так милостив, и настолько достижим, но мне не нравится Бог Ветхого Завета». Поэтому в истории церкви были такие периоды, когда некоторые представители церкви полностью от завета полностью избавились от Ветхого Завета. Затем они полностью избавились от послания апостола Павла, потому что он также говорит о Святом Боге. Они сохранили только некоторые секции Евангелия. Существует такая же опасность и в наши дни. Сегодня с Библией так не поступят. Но некоторые перепрыгивают большие отрывки Библии, потому что для них они не очень привлекательны. Людям намного больше нравится Бог, которого можно обнять чем святого Бога. Позвольте мне привести еще одну иллюстрацию. So почему так много людей обращаются в индуизм и буддизм? You know Знаете почему? No Потому что там нет никаких требований. Вы можете пойти к высшему йога и делать все, что угодно со своей жизнью. Нет никаких требований. В Библии они должны быть параллельны. Если вы желаете рассказать полное Евангелие, So that's the nature of the name of God. Это природа имени Бога. Он святой Бог, но Он также Бог благодати. And he calls people И Он призывает людей к he словам calls amen". People to a life of Призывает людей к жизни «Амен». You know, right? Оканчивая молиться, мы говорим «Амен». Что же мы имеем в виду, Amen. Yeah. What do we mean? Что же мы имеем в виду? Why do we say amen? Почему мы говорим аминь? Я? Yeah. Почему мы используем слово аминь? Я? Yeah?

Молитва подошла к концу. Давайте все скажем «Аминь», «Аминь». Многие пастора в Америке говорят, и весь народ Божий сказал «Аминь». Знаете, что значит слово «Аминь»? Мы полностью верим, что ты, Бог, сделаешь это. Потому что ты свят. Ты трансцендентен. Только ты один I можешь believe. это сделать. Я верю. Let me give you another aside. Позвольте мне дать вам задание in еще раз. 13-14 глава Книги Чисел. Бог говорит народу в пустыне, «Вы не войдете в землю, потому что вы не войдете в землю»

вы не поверили. В 20 главе книги Чисел Бог говорит то же самое Моисею. Моисей, ты не войдешь в землю, потому что ты не амен меня, чтобы обращаться со мной, как со святым Богом в глазах народа. И Моисей не смог войти в землю. Isaiah says, Amen, Amen. Поэтому Исаия говорит, Амен, Амен, Амен. Доверяйте Господу, доверяйте Господу, и тогда Он устроит вас. Видите эти два слова? Если вы не верите, та Амину, то Он не устроит вас, та Амену. Видите эту игру слов? Believe, Если вы поверите, тогда Он устроит вас. Believe, Если не верите, то Он не устроит вас. амину, Таамину, таамейну. Одна из right? причин, по которой мы должны изучить иврит, не так ли? Потому что мы упускаем все это. Okay, the Последствия недостаточного таамину приводят к греху и бунту. Конечно, конечно, люди испытают последствия этого. В самом конце сказано. Остаток возвратится. Остаток тешува. Часть людей обратится. Это крик сердца Равина Шауля, что остаток возвратится. Потому что они Божий избранный народ. А как насчет семени? Исайя очень много говорит о семени. Uh, for, for one, it says here that Yahweh or the Lord or Hashem, the Holy One of Israel, is the, cre is the creator of the sea. You, Israel, are created by God. And because you are created by God, Поэтому Господь воскресит семя. И Бог делает это. И не только народ Бога, но все народы. Все народы станут семенем. Вот в чем красота послания Исаии и евреи, и язычники станут и семенем. И это удивительное чудо, о котором говорит Равин Шауль. Например, в послании к Ефесянам, вы, бывшие некогда далеко, теперь привиты к этой ветви, привиты к этой маслине, поэтому молекулы одни и те же, одинаковые молекулы, That's what Isaiah talks about. What about this, the servant of the Lord? The servant of the Lord, of course, there's two interpretations of that. The, the servant of the Lord refers to the descendants of Abraham. Слуга Господа принадлежит потомкам Авраама. Также это относится к Мессии. Я говорил об этом вчера, поэтому я не буду уделять много внимания деталям. Слуга страдает и умирает. Это древнее пророчество. Слуга также воскрес из мертвых. Мы говорили об этом вчера, поэтому не будем слишком на этом сосредотачиваться. А как насчет земли? Иисус Навин вел народ в землю. Семя вошло в землю. Это только образ планеты Земля. Когда Господь восстановит Новый Иерусалим. There will be a universal outreach of the Lord. Цари и народы всего мира будут поклоняться Господу. Будет новое небо и новая земля. Потому что старое небо и старая земля пройдут. Будет новая окружающая среда. Больше не будет никаких цунами, никаких ураганов и парникового эффекта. Потому что настанет все новое. Вот в чем сущность земли. So, Видите, в чем суть? Новое семя. Name, Имя Хашем. Новая земля. Брит Хадаша. Брит -хадаша. Еремия. Следующий пророк. Имя Иеремия означает «Господь превозносит». Еремьяху. Вот как мы можем узнать вероятное произношение имени Господа. Поэтому, когда люди говорят, что имя Бога Яхве, то они частично правы. Откуда мы это знаем? Благодаря таким составляющим. Из его имени мы узнаем, что первая часть имени Бога Ях, что означает Господь превозносит. Он родился недалеко от Иерусалима. Пророчествовал на протяжении сорока лет со времен Иосии который был хорошим царем и делал угодное в глазах Господа. Он был уведен в плен. Поэтому произошла целая линия событий. В это время вавилоняне поразили египтян. Поражение ассирийцев вавилонянами в 612 году до нашей эры. И медленно люди входили в Иерусалим. Он продолжал говорить с последними царями Иуды. Then по имени Иоаким yeah. и другие. Lord, обратитесь к Господу, обратитесь к Господу. Он ответит на ваши молитвы. Said, to to Но царь сказал, мы не хотим тебя слушать. Ты бесполезный человек, заткнись. Shut, Если ты не замолчишь, мы so бросим тебя him. в тюрьму. Они так и сделали. Но Иеремия так и не прекратил плакать. Какой основной вопрос задал Иеремия после разрушения Иерусалима? Он говорил, как насчет Вавилона? Как Бог позволил этому случиться? Является ли Вавилон божьим инструментом? «Можно ли доверять египтянам?» Он задавал множество вопросов. Задавать вопросы — это не что-то плохое. Пророки задавали много вопросов. И я думаю, что очень важно, чтобы мессианские лидеры понимали это. Вопросы не надо подавлять. Кстати, я говорю своим студентам в университете, я не против того, если они будут изучать другие религии. Задавайте любые вопросы. Если я говорю, что Ишуа — это истина, God, и что это слово, вдохновленное Богом, то вы найдете ответы на все ваши вопросы. So Поэтому не бойтесь задавать вопросы. Иеремия задавал множество вопросов забыл ли Бог свой избранный народ? Как Бог мог позволить произойти этому разрушению? Это трудные вопросы. And, and course, of of эти вопросы разбираются во многих книгах Библии. Times, Мы часто отвечаем сами себе на эти вопросы. Кто-то заболел раком. И вы молитесь, молитесь и молитесь за этого человека, но он умирает. А вы говорите, «Я так искренне молился». Почему это случилось? Почему это случилось? Это трудные вопросы. Очень трудные. Часто мы не можем дать ответы. Но суть в том, что Бог знает ответ. Мы не знаем, но Бог, но Бог знает. Мы проходим через это, потому что живем в падшем мире. Клетки нашего тела портятся. И хотя мы спасены духовно, мы все еще являемся частью этого падшего мира. И мы встретимся с этими вещами. Но ведь Бог отвечает на молитвы, и люди исцеляются. That, важно понять, что люди исцеляются в имени Иешуа, но в конце концов мы все умрем. Все мы умрем. Потому что мы живем в падшем мире. Такого плана вопросы задавал Иеремия. Отвернулся ли Бог от своего завета? Что происходит? Что происходит? Он задает еще один очень важный вопрос. Разве Бог беспомощен перед вавилонскими божествами? Где был твой Бог, когда вавилоняне разрушали Иерусалим? Иеремия должен был ответить на те вопросы, и он ответил. Мы находим это в последующей структуре книги Иеремии. Поэтому позвольте мне соединить весь текст вместе.

Затем В штрих, Б штрих, и А Обычно я говорю, что пункты А и А штрих параллельны друг другу. Пункты Б и B' штрих параллельны друг другу, и пункты В и В штрих параллельны друг другу. Посередине находится свеча. and that is the heart of the message so judah starts with the message jeremiah starts with the message judah is dying judah is dying слов, Иуда умирает, Иуда умирает. and he's a pretty young fellow only Это очень важное послание, которое мы, вероятно, должны подчеркнуть. Давайте откроем первую главу книги Иеремии. В первой главе, четвертом стихе говорится, «И было ко мне слово Господне. Прежде, нежели я образовал тебя в очреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. Пророком для народов поставил тебя». Хочу немного отступить. Во многих западных странах A very sad scourge called abortion. Существует трагедия под названием аборт. And people say, oh, it's just a mass. Люди говорят, а э, это просто комок, womb, который растет в утробе. If you read the Bible very carefully, если вы внимательно прочтете Библию, этот отрывок, Псалом 138 so passages, и многие другие отрывки, clear, которые ясно указывают that that на то, что это не просто комок, это не просто масса плоти. Это Бог творит чудесное человеческое создание в утробе матери. И мы не имеем права портить Божье творение. Бог говорит Иеремии, «Прежде, нежели я образовал тебя в утробе, я познал yada. тебя». Используется слово «яда», I knew you in a deep and personal way. Я познал тебя глубоко и лично. Так же, как муж должен знать свою жену. So I knew you. Так же и я познал тебя. Verse six. Стих шестой. А я сказал, о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. But the Lord said to him, Do not say you're a titsy bitsy little fellow. And, and here's another crucial lesson that we need to draw. In, in churches and the messianic movement, we should never look В мессианских общинах нам никогда не следует смотреть с высока на нашу молодежь. Наша молодежь — будущее мессианского движения. Мы должны ободрять их. Тоже говорил Равин Шауль Тимофею. Не позволяй другим унижать тебя только из-за того, And что we ты молод. Encourage young people. Мы должны ободрять нашу молодежь. Конечно, в те дни молодежь вовсе не ободряли. Такое положение дел сохраняется в восточном обществе до сих пор. Вам ничего нельзя говорить, пока у вас не будет седых волос. Like а тем временем к тебе будут относиться как к пацану. No Вы не можете ничего говорить, если у вас нет седых that, волос. That, это грустно, не Because так ли? Потому что Бог использует Young различных people, людей. Молодых, пожилых. And, and so that's what God says to И Бог говорит Еремии, Do not say, I'm a titsy -bitsy «Не говори, я молод». Ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь. You, you И все, что повелю тебе, скажешь. Вот какой урок мы можем извлечь из этого. Когда мы думаем, что мы никто, тогда Бог использует нас. Когда мы думаем, что являемся кем-то, тогда мы преграждаем путь Богу. Потому что мы думаем, что у нас есть мудрость. И мы можем использовать свои знания. Wisdom, и вместо того, чтобы использовать мудрость Бога, мы используем наши знания. So Поэтому Бог использует Иеремию. И говорит, the hand, «И простер Господь руку свою, mouth, и коснулся уст and моих, and me, и сказал мне Господь, «Вот я вложил слова мои в уста твои, Смотри, я поставил тебя всей день над народами и царствами. Обратите внимание на эти слова. Чтобы искоренять и разорять. Это очень важно. Губить и разрушать. Заметьте, смерть, смерть, смерть. Но это не конец. Build... Также созидать и насаждать. Yes, вот каким образом составлена книга Еремии. Jeremiah, Бог говорит Еремии, вот что ты должен будешь рассказать. Priest destruction, priest destruction, проповедуй, разрушение, проповедуй, проповедуй разрушение, проповедуй разрушение, проповедуй разрушение. Проповедуй разрушение, проповедуй проповедуй разрушение. Ты также будешь плакать it's, it's от имени народа. Right? Трудно видеть, когда люди погибают, не так ли? Но there. это не все. После этого ты будешь проповедовать воскресение. Иеремия так и поступает. Во второй и третьей главах он говорит людям. Он говорит Иуде. Что вы сделали? Бог пришел и взял вас в жены. Когда вы были еще девой, Бог женился на вас. Когда вы были еще девой, Бог женился на вас. Он полюбил вас. Но посмотрите на то, что вы сделали. Вы спите со всеми этими божествами.

Давайте прочитаем. «Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Но если совсем исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, и не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы, и проливать невинной крови на месте всем, и не пойдете во след иных богов на беду себе, то я оставлю вас жить на месте всем, на этой земле, которую дал отцам вашим в роды родов. Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите валу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете. Видите, что делал народ? Они делали весь этот абсурд. И затем приносили жертвоприношения в храме. Gonna happen to us. Затем говорили, «У нас есть храм, у нас есть храм, ничего плохого And с нами Jeremiah не произойдет». Иеремия говорит, что это ложная надежда. Don't be foolish. Не будьте глупцами. Только из-за того, что у вас есть храм, вовсе не означает, что вас because не постигнет уничтожение. Потому что храм — это символ Бога. Храм — это символ это символ имени бога But you have taken away the holiness of God. но вы удалили святость бога the symbol is not important. символ не важен важен тот кто стоит за этим символом the one who is the source of the symbol. тот кто является первоисточником so just because символа That you will have peace all the time. Поэтому факт, что у вас есть храм, не означает, что у вас постоянно будет мир. Это лжеучение. And, of course, that happens today also. Такое происходит и в наши you know, дни. Знаете, что люди верят в христианские символы? Я был крещен. Я делал это, делал то. Я вышел вперед. I'm fine, I'm fine. Со мной все хорошо. Только из-за того, что у вас есть эти символы, не означает, have, что с вами you have все в порядке. The fruit of those symbols. Вы должны приносить плод этих символов. Symbols, Если вы не приносите плод этих символов, And то course, ничто вас не спасет. Равину Шаулю задали этот вопрос. А как насчет всех этих людей? Шаул says, И Равин Шауль отвечал. Они на самом деле не познали Иешуа с самого начала. Они на самом деле не познали Иешуа с самого начала. Если вы на самом деле испытали Бога и Его храм, то вы не будете делать эти вещи. Не держитесь за храм. Это глупо. That is false hope. Это ложная надежда. So Поэтому he Еремия плачет об этом. Он продолжает плакать и плакать. И вы можете увидеть их в обеих частях книги Еремии. Подходя к концу книги Еремии, Еремия 31 глава, стих 31. It says, "Behold, the days are coming." Do you notice that? The days are coming. Do you notice that? Заметили? The days are coming. Наступают дни. The Так же, как Ахарит Хаямим. Еще одно слово, когда ваши антенны поднимаются. Ахарит Хаямим. Ямим Баим. Наступают Se дни, наступают дни. Говорит Хашем. Говорит Господь, когда я заключу Новый Завет с Домом Израиля. Поскольку я уже говорил о Брит -Хадаша, поэтому сейчас мы не будем на этом останавливаться. Я заключу Брит Хадаша с Домом Израиля и с Домом Иуды. Не такой брит, который я заключил с отцами их в тот день. Когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Мой брит, Which they broke. который они нарушили. Notice, again, Заметьте опять символизм. Symbol, они берут символ и говорят, мы обрезаны. Все будет в порядке. Вау, well, no. wow, Бог говорит, нет. So a, поэтому я заключу другой завет. Say, Хотя я оставался в завете с ними, говорит Господь. Но они прелюбодействовали с этими богами и богинями. Поэтому в этих Ахарит Хаямим 33, 33 стих. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым Lord, после тех дней, говорит I Господь. Put my Torah in their mind. Вложу мою Тору во внутренность их. Это та же Тора. Обратите на это пристальное внимание. Не другую Тору. Вложу мою Тору во внутренность их. Это та же Тора. Это не новая Тора. Вложу мою Тору во внутренность их. И на сердцах их напишу ее. I will be their God. И буду им Богом. А они будут моим народом. No И уже не будут учить друг друга, брат-брата. И говорить, познайте Господа, познайте Господа. Ибо все сами будут знать меня. Это крепкие взаимоотношения. Знать. Потому что в Библии слово ⁇ знание ⁇ не означает просто интеллектуальное знание. Это знание, которое вовлекает в себя всю сущность. Разум, сердце и наш дух, наше тело. Все наше существо прыгает в присутствие Бога. И мы знаем Его. Это абсолютно другая жизнь. Видите ли, что это проблема наполовину испеченного Евангелия? Например, в некоторых служениях говорят, вот четыре шага Евангелия. Вы понимаете это? Хорошо, давайте помолимся молитвой покаяния. О, oh, oh, брат, теперь ты верующий. Doesn't work that way. Но так не работает. Потому что ты должен знать Бога всем своим существом. Вот в чем разница между незрелым и зрелым верующим. Я помещу всю мою Тору в их сердца, их умы, во все их существо, и они будут знать меня. Еремии теперь не надо плакать, потому что все они теперь будут знать Бога. Это сущность Евангелия. И затем в 32 главе Иеремии сказано, я хочу, чтобы ты купил поле. И каждый бы подумал, что Иеремия сошел с ума. Но вы знаете, что это символ того факта, что Бог отвечает на молитвы. So you do things by faith. Поэтому вы поступаете по вере. И Иеремия должен был жить по вере. И это сердце послания а Иеремии. А и аштрих. А а а говорят о судах. Что что с севера придет эта катастрофа, 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 катастрофа. Придет вавилонский царь. И разрушит он Израиль. Он разрушит Иуда. Но, но не в этом суть. Суть Евангелия можно найти в 31 главе Иеремии и 32 главе и 33. And 33. To the Ведь интересно, каким образом структура ведет вас. So right middle, course, Поэтому в конце Иеремия задает вопрос. To to Вы ответьте на эти вопросы сами себе. Он спрашивает, почему люди противодействуют Божьим пророкам? Why do evil people prosper? Почему нечестивые люди процветают? Не такой ли вопрос так часто наши that дети person задают нам? Is an evil person. Это плохой человек, seems to be doing so well. и с ним все в порядке. No one is suffering. Никто не страдает, There's no sickness. никакой болезни. He's got a good car. У него хорошая машина. His children are healthy. Его дети здоровые. Почему люди процветают? Он задает эти вопросы. Why, why Почему Божьи слуги терпят боль? И Бог отвечает на этот вопрос. Он дает способность Еремии смотреть на него и смотреть на его первоначальную миссию. Какова его первоначальная миссия? Твоя миссия — идти и делать то, что Бог хочет от тебя провозглашать смерть, но также знать, что Бог надежды даст надежду. So that everyone will know Он также говорит о том, кто такой Бог. It also, he also talks about who God is. Чтобы мы знали его. Who is God? Кто такой Бог? God is presented as the creator of the world. Бог творец Вселенной, And the whole world. всего мира. Not just Judah не только Иуды, но каждого. Вот одна отличительная особенность Библии в сравнении с другими религиями. Другие религии во времена Иеремии поклонялись своим богам и богиням. У них были племенные боги и богини.

God, who is the God of the whole universe. Отличие Библии от других религий, Библия говорит о Боге всей вселенной. He, not a parochial God. Он не ограниченный Бог. Иеремия также говорит о Боге, как об источнике живой воды. Come and drink. «Приходи and и drink. пей, приходи и пей, He'll provide you living water. Он даст вам живую воду». Jeremiah also portrays in chapter и Иеремия также изображает Бога в качестве горшечника в 18 главе. Он горшечник. Помните, он не только трансцендентен. Он также заинтересован в нашем формировании, как горшечник формирует горшок, как формируется глина. Поэтому он моделирует нас. Он убирает неровные края. И вы говорите, ой, больно! Мне больно! Бог, почему это случилось? Бог говорит, не переживай. Me, Если ты следуешь за мной, то я сформирую тебя. Down, У тебя будут подъемы и падения. Right но именно в этом я формирую Isn't тебя. Amazing? Разве это не удивительно? The и затем возникает вопрос, почему я страдаю? Is, well, почему я страдаю? Но в этих страданиях Бог формирует and меня. Поэтому мы идем к Богу и пьем из фонтана живой воды. Вот в чем разница между жизнью верующего и неверующего. Жизнь верующего — это неприятная прогулка по саду. Это не процветание, процветание, процветание. Некоторые люди проповедуют это. Нет, не это отличает верующего. У нас будут такие же страдания, как и у остального мира. Возможно, те же болезни, которыми болеют остальные люди. Но именно в этом мы испытываем Бога. Кстати, позвольте мне сказать, что самые красивые верующие ⁇ это те, которые больше всего страдали. Вы заметили это? Это не те люди, у которых было легкое время провождения в жизни. Это те, которые страдали больше всего, а не самые удивительные верующие. Поэтому вот что говорит Иеремия. Это его ответ на вопрос. Бог также лев. И он заботится о своих овцах. И в конце он зарычит. Клайв Льюис, seen... очень интересный английский писатель. Переведены ли его произведения на португальский язык? Лев, ведьма и платяной шкаф это красиво Аслан не так ли Аслан приходит и рычит а, а, roar, это такой красивый рев you know потому что вы знаете что бог все Why контролирует А как насчет нового худоносара? как он пришел и все разрушил don't worry, don't worry. не беспокойся, «Навахудоносор» — только инструмент. Но Бог все контролирует. So вот теология Иеремии. Um, Позвольте мне продолжить дальше, и я достаточно Ezekiel. многое упущу. Okay, that, Давайте откроем книгу Иезекииля, и на этом мы закончим. Ezekiel, of course, was a, a prophet, и Езыкиль был священническим пророком. Некоторые из пророков являются священниками. В действительности многие пророки являются священниками. И Иезекииль был священником. И если вы прочтете эти отрывки, то вы поймете исторический фон книги Иезекииля. У него было удивительное переживание Бога, прямо как Моисей. And actually, if you were to be born in a Jewish family around the time of Yeshua, the rabbis of that time will tell you, you are not, if you're a young person, то раввины бы сказали вам, «Если ты молод, то недостаточно созрел, чтобы читать книгу Иезекииля». По крайней мере, тебе должно было быть 30 лет, прежде чем читать книгу Иезекииля. Потому что у Иезекииля были эти удивительные переживания Бога, которые названы «переживания Меркаба», «опыт колесницы» опыт, в котором он так близко подходил к Богу. И если вы живете с Богом, то не испытывайте это постоянно. Some of you know what I'm talking about. Некоторые из вас знают, о чем я говорю. Бывают времена, когда, молясь, вы чувствуете себя так близко к like Богу, here. как будто вас нет здесь. Я не буду просить, просить вас поднять руки, но вы знаете, о чем я говорю. Обычно это происходит со зрелыми верующими, а не с новообращенными. Нужно много времени, чтобы находиться в присутствии Бога. Поэтому у Иезекииля были переживания такого плана. Он пророчествовал между 594 и 570 годах до нашей эры, время великого кризиса, человеческого кризиса. Он видит разрушение храма. Он видит, что народ в изгнании в Галуд. И он идет в Божье присутствие, в храм. И говорит, почему, 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 Господь, почему? Вот где находится книга Иезекииля. Давайте очень быстро пройдемся по книге Иезекииля. Книга Иезекииля также разделена на три части. Первая часть это часть А. И по какой-то причине я не вижу часть Б и В. Попытаюсь это изменить. Пункты А, Б и В Снова кульминационный момент In the first part... В первой части у Иезекииля было переживание Меркаба. И Бог приходит к Иезекиилю и говорит ему, Иезекииль, Езекиил, Иезекииль, открой свой рот и съешь свиток. Глава 3, стих 1. Бог говорит ему, Сын человеческий, съешь, что пред тобою. Съешь этот свиток и иди, говори Дому Израилеву. Это красивый способ медитации, когда вы можете есть Слово Бога. Это отличается от простого чтения Библии. Но это переживание глубины Библии. Поэтому он делает это. И когда он делает это, то наслаждается Словом Бога. Когда вы проводите свое тихое время, то я хочу поощрить вас к этому. Не просто читайте Библию и говорите, все, прочитал. Но ну, просто читайте и Meditate наслаждайтесь с ней, размышляйте над ней долгое время. Много людей, особенно в западном обществе, хотят прочесть Библию за один okay, год. Okay. И это нормально. Я не виню I, их. I Я думаю, что это хорошо. Сделать обзор. Но это не то же самое, что есть Слово Бога. Вы хотите быстро прочесть этот отрывок, а затем следующий, и на сегодня все. Иезекииль кушает слово Бога, и затем у него были эти переживания. Он идет и говорит с народом и спрашивает, что вы сделали. И в 15 главе он говорит то же, что говорил Иеремия. «Иерусалим является лозой». Что вы сделали? Что вы сделали? Эта лоза не дает хороших плодов. Бог посадил ее, как Эдемский сад. Но вы испортили эту лозу. В 16 главе он говорит, что народ Божий стал, как блудница которая выходит замуж за Бога, а затем идет и спит с остальными. Бог не позволит, чтобы это с кем-то произошло, будь то с женой или с мужем. Это очень ужасно. И Бог говорит, что «вы так поступили со мной». Поэтому в пункте А мы видим предсказателей суда против Иуда и Иерусалима. Иезекииль пророчествует об этом между 593 годом до нашей эры и 597 годом до нашей эры. Он говорит об убийствах и идолопоклонстве. Вы делаете ужасное беднякам. Эвион. Бедняки взывают к Богу, что вы сделали? И затем, в пункте Б, пророчество о суде над народами. Помните, что я говорил вам, пророки обращались не только к еврейскому народу, они также обращались к народам. Поэтому там смерть, смерть, смерть. Но на этом не конец. В 34 главе он говорит, вы испортили отношения с Богом. «Вы мертвы, но не переживайте о будущем, потому что придет пастор. Придет сам Бог. Потому в 34 главе описания Иешуа, доброго пастыря, который придет и соберет своих овец. Затем пророчество о новом сердце и новом духе, которое находится в 36 so главе Иезекииля. Пожалуйста, откройте вместе со мной этот отрывок. Иезекииль 36. And, uh, Начнем с 22 стиха. «Посему скажи Дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю это, Дом Израилев, а ради святого Шим моего. Вы меня опорочили, но я свят, 24 стих. И возьму вас из народа и соберу вас из всех стран и приведу вас в землю вашу и окроплю вас чистой водой и вы очиститесь от всех скверн ваших. И от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое. И дух новый дам вам. И возьму из плоти ваше сердце каменное. И дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух And мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять, и будете жить so на земле. Three, Видите эти три темы? Семя нуждалось в очищении. Семя нуждалось в новом сердце. Семя нуждалось в Духе Божьем. Только тогда они смогут жить в Божьей земле. И это удивительное пророчество в 37 главе. Это пророчество о воскресении. Глава 37 с 1 стиха. Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом, и поставил меня среди поля, и оно было полно костей. Четвертый стих. И сказал мне, из реки пророчества на кости сии, и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим. Вот я введу Руах вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, покрою вас кожу и веду в вас Дух, оживете, и узнаете, что я Господь. Вот такой конец. И затем продолжение в 33 главе. Когда Кавод Адонай возвратится. Когда Кавод Адонай возвратится в 43 главе. Затем он переходит к 47 главе. И мы возвратимся к эдемскому саду. Помните, эти реки вытекали из эдемского сада. Также реки будут вытекать. В Иезекииле 48-35 сказано, что все увидят Бога, потому что Адонай будет там. Адонай Шама. Адонай Шама. Весь мир увидит это. Это основные три раздела книги Иезекииля. Она ведет к кульминационному концу. Иеремия — это средняя свеча. Исайя указывает на кульминационный момент. Вот в чем красота пророческих книг. В книге 12 содержится один закон. И я переживаю, что мы не сможем приспособиться с ним. Это одна из самых красивых книг, потому что они подводят итог всех еврейских пророков. Многие люди спрашивали, почему эти книги находятся рядом? Почему именно 12 книг? И почему они имеют определенный порядок? Что выясняется? Так, то, что эти пророки не находятся в хронологическом порядке, но они находятся в порядке посланий, которые они говорили. And that's very important to understand. Очень важно это понимать. Это очень похоже на Евангелие. Например, Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, Евангелие от Луки. Эти три Евангелия названы синоптическими Евангелиями. Они названы синоптическими, потому что рассматривают жизнь Иешуа подобным образом. В то же время в Евангелии от Матфея есть упоминание того, чего нет в Евангелии от Марка. То, что есть в Евангелии от Луки, нет в Евангелии от Марка. Потому некоторые ученые говорят, что все это выдумано. Они просто не понимают различную точку зрения на жизнь Иешуа. У каждого Евангелия различная перспектива на жизнь Иешуа. The divine king Messiah. Например, в Евангелии от Матфея Иешуа изображен как божественный царь-мессия. В книге Марка Иешуа изображен как божественный слуга-мессия. В книге Луки он представлен как божественный целитель Мессия. Выделены различные грани. В книге Иоанна он представлен как божественный логос. Слово Бога. Поэтому тот же Иешуа, но различные перспективы. Это также относится к книге 12. Они рассматривают те же события, но по мере того, как Дух Божий ведет их, им дана различная оценка. И эти оценки важны. Это оценка, которая увлекает нас в путешествие. Во многих случаях структура этих оценок помогает понять структуру нашего общества модель, которую можно найти в книге 12, должна стать моделью для нашего общества. Поэтому, начиная с этого, давайте углубимся в книгу 12. Когда мы читаем свитки Мертвого моря, где в седьмой пещере был найден один документ, извините, в четвертой пещере, Поэтому они названы... Знаете ли вы, что было найдено 11 пещер? Но документы четвертой были, вероятно, важнее всего. В ней было множество документов. Там был один свиток, Which had all the books together. в котором были все 12 свитков. Это свиток 250 года до нашей эры. So we know for sure that in 250 BC these 12 books were all together. Поэтому мы точно знаем, что в 250 году до нашей эры эти книги были вместе так же, как это было в еврейской Библии. Поэтому theme. это очень важный исторический One факт. Of the other things that comes through Дальше появляется is, is this phrase. еще одна фраза. «Хайом Адонай, Хайом Адунай!» «Хайом Адонай. Хайом хайом Talking about Hayom Adonai. У вас появляется чувство, что книга 12 постоянно говорит о Хайом Адонай. Какова природа этого дня? Какова суть? Будет ли это эра или только один раз? Или же целый ряд событий? Позвольте мне немного отвлечься. Я говорил о значении семени. Семя и слуга ⁇ это одна личность. Семя и слуга — это одна личность. Но семя или другой слуга — также корпоративная группа людей. Тоже относится к фразе «Хайом Адонай». Это еврейская точка зрения на историю и время. Еврейская точка зрения на историю и время нелинейная. Она не переходит от А к Б и Современный взгляд на историю, скорее, похож на это. Например, я посмотрел на Матеуса с презрением.

Причина и следствие — это современный взгляд на историю. Причина и следствие, причина и следствие. Затем происходит синтез дальнейших событий. Вы следите за мной? Поэтому А делает что-то для Б, что становится причиной событий с В, это наш взгляд на историю. Потому мы говорим, что это же происходило во времена Ишуа. Или же это происходило во времена Исаии. Or happened back then during the time of Moses. Или же во времена Моисея. Это понимание времени. Это не пророческое понимание времени. Let me give you one example. Позвольте мне привести один пример. Вы и я принимаем участие в хлебопреломлении. What, what is the meaning of the Lord's table? Что это означает? Uh, if we look at it from our perspective, с нашей точки зрения, we would say something like this, то мы бы сказали, что отмечаем события 2000-летней давности, When Yeshua celebrated Pesach with his disciples. когда Иешуа праздновал Пейсах со своими учениками. Это современный взгляд на историческое время. Но это не еврейская перспектива. Еврейский взгляд, когда бы вы ни праздновали Песах или вечерю Господню, тогда мы теряем из виду эти две тысячи лет. Мы находимся рядом с Иешуа. И Ишуа находится мы именно там, там. мы рядом с учениками right и испытываем присутствие Ишуа. видите насколько It's это отличается тоже и на пейсах песах, песах это не просто воспоминание событий с народом во времена моисея когда вы и я садимся и вкушаем горькие травы. And, and when we let the tears fall down, когда плачем, when, when we the salt, пробуем соль, the, the of, the, the вкус слез. Когда вкушаем пасхального агнца, то не просто умственное воспоминание событий двухтысячелетней давности. Песах — это признание того, что мы находимся рядом с Моисеем в том первом пасхальном обществе. Это библейская перспектива истории. И это то, что Евангелие говорит, это то, что пророки говорят, когда они говорят, это подразумевают Евангелие и пророки, когда они говорят «День Господень». Вероятно, это также согласовывается с первой главой книги «Бытие». Многие люди говорят верующим, как это может произойти за шесть дней? Have you heard that слышали ли вы такой вопрос? Question, right? Вы слышали такой вопрос с научной точки зрения? Days, за 6 дней по 24 часа или что-то другое? Well, sure, days, God God. Конечно, Бог может создать вселенную за шесть дней, потому that что Бог есть Бог. Это одна точка зрения. Realize, Но что нужно понять? Our perspective on time. что Божья точка зрения на время очень отличается от нашей точки зрения. Позвольте мне проиллюстрировать это. 300 раз... The size of the Earth. Если бы вы попали на планету, которая по величине в три раза больше планеты Земля, away, и на расстоянии 3000 световых лет от нас, spent, in сколько времени вы бы провели в колледже? Лукас? Пять лет. Five years? Okay. Five years you spend in college. How much time will you spend on that planet? А сколько лет вы бы жили на той планете? What do you think? Что вы думаете? Sorry? To... What did he say? Что он сказал? What? Два что? Two days? Два дня. Yeah, two... His... You're close. You're very close. Да, ты очень близок. How much do you think? Как ты думаешь, сколько времени бы понадобилось? Четыре секунды. Четыре секунды. Это понятно? God's perspective on time is the universal time. «Божья перспектива времени — это универсальное Because God время». Is God of the whole universe. Потому что Бог — Бог всей Вселенной. «Наш 24-часовый день — это символ Божьей концепции дня». Но Божья концепция дня отличается от нашего понимания времени. The, does that put, put in и есть ли у этой книги историческая перспектива? Вы говорите, что Ишуа придет, Ишуа придет, а он не приходит и не приходит. Well, God's Божья точка зрения на Йом Адонай отличается от нашего понимания Йом Адонай. Поэтому видите ли вы, как и то, и другое совмещается is, вместе? Like Pesach, right That's Yom Всякий раз, когда мы принимаем участие в таких событиях, как Пейсах, то All мы также находимся там, на Йом Адонай. Что такое Йом Адонай? Йом Адонай — день, когда Бог сделает что-то драматическое. Когда это произойдет? Я не знаю. Вы know. не знаете. Мы не можем точно знать, Why? почему. Потому что Very, very minuscule. Потому что у вас и у меня очень мизерное понимание времени. Божье понимание времени и истории ⁇ это эта удивительная концепция. Почему? Потому что Он Бог, а мы люди. Мы понимаем лишь немного. Мы понимаем 24-часовый цикл. Мы понимаем 7 дней. Поэтому каждый седьмой день мы отмечаем Шаббат. И затем начинается первый день недели, и мы отмечаем его. Это только символы Божьего времени в истории. Вот о чем говорит книга 12. Это комментарий Божьей точки зрения на время в истории. Поэтому Осия, 9 глава, 5 стих. Иоиль, Амос, Амос, Авди, Михей, Авакум, Сафония, Агей, Захария, Малахия. Это всего лишь небольшая часть. Они делают комментарии о Дне Господнем. Они дают определение Дню Господню. Они помогают нам понять День Господень. И делают многое другое, что помогает нам понять самого Бога. Поэтому это одна из основных тем. До сих пор мы сосредотачивали наше внимание на книге Исаии. Исаия фокусируется на семени. Иеремия рыдает о земле. Иезекиил говорит о славе имени Господа в храме. Кавод Адонай. Книга 12. Соединяет все три элемента вместе. И когда они жонглируют мячом в воздухе, и говорят о природе Дня Господнего. Это понятно? Затем наступает кульминационный момент. Например, книга Малахии, самая последняя книга. Самая последняя книга книги 12. Также это последняя пророческая книга. И вот каким образом завершается книга Малахия. Глава 4, стих 4. Помните Тора Моисея.

Второзаконие, 34 глава. Придет кто-то, кто будет похож на Моше, который будет отличаться от Моше, и он определит Йом Адонай. Но прежде него я пошлю к вам Илью Пророка, Пред наступлением Дня Господня великого и страшного, вы видите это, пред наступлением Дня Господня великого и страшного, Он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их. Чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Поэтому происходит поиск кого-то похожего на Моше. Поиск Мессии. And the book of Malachi leaves it hanging there. Книга Малахии оставляет этот вопрос в воздухе. Мы все еще ищем Йом Адонай, но Йом Адонай еще не наступил, потому что Мессия еще не пришел, потому что Илияху еще не пришел до него. Это как бы оставляет нас в том месте. Вы также должны понять, что в еврейской Библии. Последующий набор писаний называется Кетувим. Есть Тора, Невиим и Кетувим. Поэтому сразу же после книги Малахии книга Псалтырь. Сколько разделов есть в книге Псалтырь? Пять разделов. Sections, right? Книга Псалты разделена на пять частей. Book, psalms, the, the, the Первая часть представлена первым и вторым псалмом. Помните, я говорил об эпилоге и повествовании? и поэме. Но Библия составлена таким образом, что она всегда начинается эпилогом. Эпилог книги Псалты — это первые два псалма. О чем говорится в первом псалме? «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в Торе Господа воля Его. О Торе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках воды. Помните бытие 1 и 2 которая приносит плод свой во время свое и лист которого не вянет и во всем что он не делает успеет поэтому первый псалом говорит о мессии книга малахии завершается тем что придет мессия в книге Псалтырь продолжается та же история. В форме поклонения там сказано, вот Тора. Второй псалом говорит о Мессии. Первый псалом о Торе Моше. Второй псалом о Мессии Господа. Поэтому он начинается с этих слов. Зачем метутся народы? И племена замышляют тщетное. Восстают цари земли и князья совещаются вместе. Против кого? против Господа и против помазанника Его. Шестой стих. «Я помазал царя моего On над Сионом, Святою горою моей, возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Поэтому весь второй псалом говорит о Мессии. Видите, как красиво это согласовывается вместе. Исаия, Еремия, Иезекииль. Вы открываете книгу 12. The seed, the land, the Каждая из них говорит о семени, имени и земле. Книга 12 говорит «Йом Адонай», «Йом Адонай», когда он настанет. Вы подходите к концу книги 12, and, and и там говорится, что он не пришел. Ильяху не пришел. Йом Адунай не настал. Вы открываете книгу поклонения еврейской Библии, Кетувим, Первый псалом начинается с того, что говорит «Тора Моисея придет». И Мессия придет. Очевидно, что сегодня мы не будем изучать книгу Псалтырь. Завтра уделим ей внимание. И если вы очень внимательно прочтете книгу Псалтырь, то найдете эти темы. Yeah. There Темы, которые вы найдете в 150 псалмах. И они постоянно возвращаются к этим двум темам. Тора и Мессия. Тора и Мессия. Немного больше информации. Это очень похоже на волейбол. В последний раз я говорил о футболе, so поэтому давайте поговорим о волейболе. You know, Один кидает мяч высоко, и следующий кидает повыше, очень-очень really высоко, the а последний забивает мяч. Well, that is what happens in the book of Psalm. so uh, there is a method to how the whole bible is put together okay now uh, and then of course when you when you go after the the Когда вы читаете Писание, где последняя книга — это книга Паралипоменон, come, самая последняя глава книги Паралипоменон говорит о том, что Мессия не пришел. And, and, and Затем вы открываете Евангелие, he которое указывает на Него. Если вы очень внимательно прочтете Евангелие, которые постоянно возвращаются к книге 12, они постоянно возвращаются к книге Исаии. Когда они возвращаются к книге Исаии? Where? Когда? В каком разделе они возвращаются? Это эти темы. Эти темы. Эти основные темы, those highlighted sections. эти выделенные разделы. Это очень красиво, если мы посмотрим с этой точки зрения. Позвольте мне дать более широкую картину книги 12. Я более подробно рассмотрю это завтра. Видите ли, что некоторые пророки okay? идут в этом направлении. Они говорят о смерти. Осия пророчествует. Иоиль пророчествует. Осия пророчествует в 750 году до нашей Joel эры. Иоиль пророчествует в 425 году so до нашей эры. Тогда почему книга Иоиля идет за книгой Исаии? Иоиль следует за книгой Исаии не потому, что они близки во времени, Помните, я говорил о концепции времени? Он следует за книгой Исаия, потому что там проходит тематическая линия. Такой порядок не из-за временной ориентации, но из-за тематической ориентации. Книга Амоса следует за книгой Иоиля. Он видит больше о смерти. Книга Авдия за книгой Амоса. Заметьте, он в 580 году до нашей эры. И его послание следует за посланием Амоса. Затем книга Ионы. В принципе, книга Ионы идет намного раньше Но книги Авдия. Но его послание следует за посланием Авдия. Затем книга Михея. И все они говорят о смерти. Затем два пророка, которые говорят о смерти. Вы мертвы, вы мертвы. Извините, не два, а три пророка. Наум, Авакум и Сафония. Слава Богу, что на Сафонии еще не конец. Придут еще три пророка. Если бы все закончилось на Сафонии, то вы бы рыдали. И вы бы сказали, это капут, конец. Но на этом не конец. Затем три пророка, Агей, Захария и Малахия ⁇ это пророки Воскресения. Каждый из них говорит о Йом Аданай, который станет днем Воскресения.